Подружки, приветик! Вес для девушек всегда имеет особую роль, ведь всем нам хочется быть красивыми, а лучше идеальными. Сразу скажу, что красивой можно быть абсолютно в любом весе, это проверено. Посмотрите только на этих красоток. А вот с точки зрения здоровья могут быть вопросики. Сегодня мы с вами выясним, какой вес для девочек-подростков считается нормальным и в каком случае стоит начинать переживать. А перед началом просмотра не забудь присоединиться к нашей большой и дружной компании подружек, если ты еще до сих пор не с нами. Жми на кнопочку подписаться и обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Вопросы к весу у девочек появляются примерно с 10-11 лет, когда начинается половое созревание. Гормоны перестраиваются, а наш организм начинает работать на полную. Он в стрессе. Из-за этого могут быть и резкие изменения в весе. А теперь минутка математики. Чтобы узнать, нормальный ли у тебя вес, нужно твой рост возвести в квадрат и поделить твой вес на это число. Получившееся число – твой индекс тела. Теперь найди его в этой таблице. Нашла? Поделись в комментариях, какой результат у тебя получился. Если твой индекс тела в пределах нормы, то можно успокоиться и кушать то же самое, что и до этого. Но если твои показатели выше или ниже, не спеши паниковать. Есть небольшие уточнения. Если твоя мама и папа высокие и худенькие, то скорее всего и твой показатель будет немного ниже общепринятой нормы. И это допустимо. Во время начала месячных у девочек тоже может скакать вес, но это пройдет при правильном питании и физических нагрузках. А вот если твой показатель близок к крайним значениям, то тут стоит задуматься и начать принимать необходимые меры. Если показатель слишком низкий, ты сидишь на диетах, чтобы быть худой, нет аппетита или даже нет возможности нормально питаться, то это может перерасти в анорексию и другие болезни. А если показатель слишком высокий, то необходимо сбалансировать питание и увеличить физнагрузки, ведь это грозит ожирением. В обоих случаях тебе необходимо обратиться к врачу и заняться своим здоровьем. А если тебе интересно, как именно можно свой вес приблизить к нормальному, напиши об этом в комментариях, и мы все расскажем в следующем видео. А на этом все. Не забудь поставить сердечко этому видео и поделиться им с подружками. Это были секреты юной леди. Пока-пока!